Утром собирались на работу. Поначалу мы не поняли, что произошло, звук. Это я в окно выглянула, полный двор дыма. Потом второй раз в крышу напротив ударила. Третий раз прилетела. Все в дыму, мы не поняли ничего, мы быстро засобирались на работу. А когда уже 4 снаряда прилетело позже, что все окна побило, нас уже не было, мы на работе были. Ну, уже года 4 точно. Года 16-го, мне здається. Не, может быть, даже в 16. Потом 1 сентября, 30 сентября стрельнули, женщину убило, молодую. И все, и после того больше у нас не стреляли. Вот это первый раз за эти годы. Это страх. Просто. Мы боимся, честно. Оно уже приглушилось, но страх не ушел. Тот, что мы пережили 14-15 год, страх этот не ушел. Мы боимся. Попереднім, що можна сказати по зовнішнім знакам, що це міна 82-го калібру. Так було зафіксовано безпілотний літальний апарат, типу квадрокоптер. Це вже при другому обстрілі. Ну, при першому не було його видно, а при другому вже зафіксували. Два вистріла було, і потім почалося. По три, видно, три пушки і по три рази. Три, три, три. С небольшим перерывом. И так с полчаса, наверное. 25 дней сидели без света, опять будем сидеть. А что такое без света? Холодильный конец, все. Ну, он уже был добитый, крыши нету. И на гараже крыши нет, там ребята жили. Вот. Там попало штуки три, наверное, больше. Один дорогу, один сбоку дороги и штуки три во двор. Вот. Ну а у нас там возле медпункта этого попало. Вот. И в основном там, где был штаб и в районе трансформатора. А где столовая была, вот туда мы во двор заходили, там попало. Столбы побило, провода побило, так что опять нам горе.